Лен, хочешь идти первой? Мы заходимо в глиб печери. Так реально метров 200, мабуть, ми будемо заходити в глиб гори. Ребята, 200 метрів в глиб гори. А оце вже соль. Это соль уже. Я думаю, да. Шахта становится все уже. Люди, які попереду, уже реально пригибають голови. Я ще поки проходив. Но все равно. Все как-то тунель уменьшается и уменьшается. И заходимо ми в глиб гори. Там, мабуть, навіть не 200 метрів, а може метрів і 400. А представь, хто же довбав цей граніт сюди, щоб проникнути. Гімлі Сенгоїна. Ой-ой-ой, ребята. Головне, щоб не було ніякого землетрусу. І ця вся порода не обвалилась на нас. Очень далеко мы идем. Фух. Может и целый километр тут будет вглубь. Да, это реально уже порода какая-то, в общем, интересная. Позатягивала сюда. Смотрите, какие они ровненькие. Такое ощущение, что ты сейчас в бочке, в пивной. Деревом тут пахнет. Рабочая шахта 1733 года. Мы заходим сюда. Тут порода. Так реально тут можно добывать какую-то слюду. Малахит, драгоценные камни. Лен, дивися. Це вообще ні о чем. Лена, Лен, подивись. Це варіант, дай йому подосолок. Ні, Лена, платишся. Ну, сама одна? Да. Не, можно вдвох. Давай со мной. А можно вместе тоже? Вдвох. Да, да, можно. Так, оно село. Поехал. Село пошло. О, дивись. Так, це не так уж і швидко. По водичці. Так, а коли можна остановитися, коли воно сам... приземлишся? Леда. О, самі-самі, не тормози. Все. Я хочу ще. Ні, ну це класна горка, так? Белісімо, белісімо. Юху! Аби, а по потере все равно. Смотри, здесь уже ага. Ну, ты и сама, видишь, могла бы спуститься. Но было прикольно и не страшно, да? Да, но нам тетенька сказала, что мы должны вместе. Да. 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 Это тетенька настояла. Да, да. Да. Стоп. Да. Ух ты! А я не знаю, его можно вообще трогать? Порода соли. Это же не под стеклом. Это реально, ну да. А выглядит будто стекло. Можно потрогать? Потрогать. Наверное, нет. Ребята, соль. Она соленая. Это же соль. Соль, соленая соль. Лена, соленая прикольная соль. Ты ее пробовал? Угу. Что? Это можно? Это продукты соли. Посмотрите на вот это. Ну. Какие там было бы слово Лена? А, это 2700. 2700 років тому. Що, тут вже добували сіль 2700 років тому? Це репліка соли. Ніфіга собі. Тобто це від року 2700? Ні. 2700 років тому, Лен. Так, ми зараз заходимо.
Оль, давай сюди. Поближче. Неоліт, 7000 років тому. Слева. Просто природа. Типа соль не сподобалась спочатку. Так, от 1 800 000 лет, 150 мільйонів лет тому назад. Ребята, 250 мільйонів лет. Як зарождалась соль? Regenwasser versickert und löst aus den Gesteinen Salze und andere Minerale. Über Bäche und Flüsse gelangen die Salze in das Meer. Das Meer wird zum Auffangbecken aller Salze. Dort sind alle heutigen Erdteile in einem Superkontinent vereint, Pangäa. Diese Landmasse bricht auf, der Meeresspiegel steigt und Kontinentalränder werden überflutet. Спускаємося ще нижче, по таких сходинках. Ну, ось тут, гля. Слухайте, да. А що? Трошка рікнуться. Та ні. Ні, мама. Так, ось. Історія, ну, вот это... повторення історії. Ну, ось це порода. Так, ну давайте, хто сідайте, сідайте. Готово? Ну ми ж разом з ними. Опс, 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 опс. Так. It's green, yes. Опс, 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 опс. Воу. Так, і маму зараз знімем. Агой. Не страшно було. Не, ну класно. А? Здесь уже было чуть-чуть, да? Да. Крипи. Лен. Смотри. Крипи. Ух ты. Это озеро? Вау. Там только посмотрите. Шикарно. Я вообще то испугалась, что это реально. Ребята, это подземное озеро. Улиточка. Лена. Что проползла? Und dann zerkleinert. Das Natursalz der Salinen Austria AG. Okay, bitte umdrehen, please turn around. Was hier fließt, ist Sole. 4 Millionen Kubikmeter jährlich laufen die Salinen Austria aus ihren Salzbergwerken. Sole ist Salzwasser mit einer Sättigung von 30%. Das ist ungefähr 10-mal salziger als das Meerwasser. 40 Kilometer liegt die Sole in Rohrleitungen zurück. In der Saline Ebensee wird die Sole gereinigt und erhitzt. Das Wasser verdunstet und übrig bleibt weißes Salz. Aber wie wird die Sole aus dem Salzberg gewonnen? Hier, mitten im Bergwerk, wird zuerst ein Loch in die Tiefe gebohrt. Du
mal, du kannst es ganz einfach versuchen. Du nimmst zu Hause einen Liter Wasser, dann nimmst du 30 Gramm Salz, schüttest das rein und rührst das so lange, bis es kommt. Ah, тут же ще буде такий екран великий. Ein Forscherteam des Naturhistorischen Museums Wien an einem Projekt, das sie schon viele Jahre in Bann hält. 3 Jahre sind vergangen.